Привет, друзья из Перта. Из Перта. Как правильно сказать по-русски Перт, по-английски Перт. Мы продолжаем наши каникулы в городе Перт, Австралия. И вот мы находимся сейчас в районе городке Фримейнтл. Здесь вот такой пляж. Не удивляйтесь, что никто не купается. Осень. Глубокая осень в Австралии. Прохладно. И сегодня хороший день. Весь день было солнечно, где-то градусов 20. Здесь такой пляжик. И вот здесь вот такое кафе. И сегодня Истер в Австралии, поэтому видите, как много посетителей. Там наверху ресторанчик с попкорнчиками с такими. Да. Бич хаус. Мы только из-за стола, так сказать, с семьей отмечали. Поэтому сыты, но хотим попить где-то горячего шоколада. Но здесь мы не увидели, здесь все пьют пиво. Просто выехали прогуляться по океану. Я напомню, друзья, это Индийский океан. Точно так же, как и Дарвине, на севере, близко-близко к экватору. Там тропический климат, там всегда жара, поэтому там крокодилы. Здесь только акулы. Там яхточки. Там яхточки на причале. Волны. Вы знаете, как сильно пахнет океаном? Прям вот соленой водой и рыбой. Рыбный запах. Запах свежий, причем рыбы. Да, ветерок такой. Прохладненький от океана. Я же даже с удовольствием бы накинула легкую курточку, но я не взяла, потому что мы сидели, в общем-то, на улице около дома. Было жарко. Я в легком джемперке и в джинсах, и мне так свежо. Смотрите, кто в чем. Кто в курточках. Даже перчатки надела женщина. А другая женщина в пляжном наряде. И все с собачками гуляют. Если честно, вот в Перте Фримейнтл мне нравится больше всего. Ну, из тех районов, где я была уже. Во-первых, он прямо у океана, на побережье. Не такой старый-старый городочек, все старые архитектуры. Вижу через окна ресторан полный. Наверху. Внизу кафе, наверху ресторан. Mm-hmm.
А здесь во Фримарке такое вот местечко. Много барчиков, ресторанчиков у воды. В основном это морепродукты. Как здесь любят, открывается простой такой вот fish and chips. Жареная картошечка с вкусненькой рыбкой. Вот здесь вот лодки, кораблики, так скажем, с рыбаками рыболовные. Подплывают и сразу вот в ресторанчике закупают свежую рыбку. Вот фиш-маркет. Сифуд барбекю, fish and chips, кофе. Мы просто смотрим, где выпить кофе. Вот так вот выходной день. Люди гуляют с детьми. Смотрите, сколько чаек. Видно или нет? Далеко. Чайки такие наглые, они прям со столов воруют еду. Вон там вот вокруг много-много яхт на причале. Видно вам на столе, какая огромная чайка. Сигал, сигал. Огроменный. Вот так простенько. Австралийцы и гости Австралии проводят время выходное. Продолжаем гулять по набережной Фримантла. Вот моторная яхточка причаливает после прогулки. Здесь все так же барчики. Ресторанчики. Очень приятное местечко провести выходные здесь. Еще какой-то бар. Смотрите, кто в Перте живет, телефон. Можете заказать. Ой, меня видно. А вон там большой такой кораблик. Я думаю, что это как ферри. Или круизный. Маленький круизный катер.
да, для туристов на остров Rottnest Island. 40 минут плывет, да, островка. Ну, вот здесь вот еще один ресторан впереди. Ремейнтел. Думаю, что вам понравилась прогулка со мной.